Таня, ти куколка чи не куколка? Куколка, Серега, спи. Таня, давай про змію. Серега, 2 часа ночі, яка змія? На свинарник 5 часов вставати. Спи. Ну, один куплет хоть. В жаркий день по дороге проползала змія. Рядом шли чьи-то ноги. Эта девушка шла, девушка, помоги мне, будем вечно друзья. Девушка, помоги мне, прошипела змея. Все, хватит, Серега, спи. Кобыла вонюча. Серега, прекращай. Таня, Таня. А! Ты куколка, чи не куколка? Мои хорошие, что такое куколка, если честно, так и не понял. Надо же, Серега уже 7 год лежит в гробу, замерз на морозе. В общем, все закончилось на том. Чи це, ну надо теперь у мамы питать, что он имел в виду, куколка, чи це куколка шелкопряд, який вот это вот плите, вот этот вот кокон заворачивает там что-то. Чи куколка це якась игрушка Барби? Чи шо, я не знаю. А мені, мої хороші куколки, прийшла посилка нова от Оксанки. Я вам зараз її покажу. Так, мої хороші, мої любимі, мої ріднесенькі, прийшла посилочка із Вест-Річленда. Я так зрозумів, що це США, от Оксанки. Прислали мені посилочку. Тут написано 6175. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, я не відкривав нічого. Щось там тарахтить, мої хороші, мої любимі. То була в мене мініатюрка маленька, як отчим з мамою кожен вечір засипали. І я от це все чув. Так що, ще те дітство. Ще та куколка. Так, зараз я відкрию зубами. Ой, що це? Ой, Оксанка. Ой, гляньте, що це таке? Я даже не знаю, что это. Томас! Кс-кс-кс. Иди сюда. Будем разбираться. Что это? Не могу понять. Это есть надо или мне, или кому. Вещи, а чем его есть? А ну сейчас я открою, подождите, мои хорошие. Вот и Томас пришел. Томас, что это такое? Ой, это как зефир. Мой хороший. На Боречкином халате. Ем Оксанин зефир. Не грызи коробку. Не грызи. Вкусное что-то такое. Ну даже если честно, не понимаю. Сейчас еще одну. Мне вкусно, мои хорошие. Конфетки. Боже мой, спасибо, Оксана, большое. Линдор, линд. Так, а це що? Це теж конфети. Линдор. Ух ти, Оксана, спасибо большое. Ой, спасибо громадное. Так, а це що таке? Хуба-буба. Що це значить? Хуба-буба. Сейчас, подождите, оно якось відкриватися должно, так понял. Чи ні? Не могу його відкрити. Бубле тапс. Что это такое хуба-буба? Ой, шоколадки, мои хорошие. Мама дорога. Ой, вообще. Ой, спасибо, Оксана. Моя ты хорошая. Вот такие шоколадки. Все Линдор, гляньте. Вот эта фирма одна. И на этих, и на... Ой, такое я когда-то ел, покупал во Франции, по-моему, или где-то привозил. Вот это такие, они как в треугольнички такие. Вот оно открывается сбоку. Они такие вкусные вот эти. Ой, спасибо, спасибо. А это что? Это, наверное... Куда ты лезешь, чудовище? Это, наверное, для кота. Что-то для кота, наверное. Так, хозяин, вылазь. Иди, куба-буба. А это что такое? Это фасоль, чи что? Нет, это не фасоль. Или фасоль. Это надо есть или что с ним делать? Сейчас я трошки... Я потом пакетик...
Ой, какое вкусное. Ой, мои хорошие, кошмар. Ой, вообще, обалдеть. Оно как жвачки, честное слово. Вот еще одна такая. А что это такое? Это тебе чудовище или нет? А, вискас, вискас написано. Котику. Ты хороший, про тебя не забули. Ты ж бачиш, який ти красивий. Ну-ка, ти паскуда мала. І оце для котика. Це щось ще друге. От іще як мої. Ой, Оксана, ну це взагалі. Все. Віси можна викидувати. Ой, я взагалі, я довольна, я щаслива. Куди ти гризеш блокнот з Америки? Куди ти гризеш, чудовище? Лізь в коробку, по-хорошому. Не пойдеш? Поведуть по неволі. Все. Лягаю туди. І уїжджаю. Один хвост хай стоїться. Не хоче. Не хоче. Ну, сам велике хоче, да? Куколка така. Я тебе зараз до Сереги відправлю. Ой, мої хороші, Оксана, спасибо огромне. Я довольна, я щасливий. Вообще нема сил. Сейчас. Перемакаю город! Ой, мои хорошие, мои любые. Люди скажут, что за дурак поселился. Ну а что делать? Вот там болото. Вот это все опять пошла вода, пошло это. Там цветы вон как на похороны придут. Вот это такая грязюка и ничего не могут сделать, а? Тут десь кошка из Ревига. Мои хорошие, мои любимые. Спасибо, Оксана, большое. Спасибо тебе громадное, потому что я сейчас нажрусь сладостей. И поеду. У меня сегодня понедельник, выходной, кстати. Всем спасибо громадное за ваши комментарии. Сейчас что-то кнопка опять запала, не могу отвечать. Не кнопка запала, а запала... Там никто не бачит меня. Все равно. Не запала кнопка, запала... Это, как ей называется. Вот это ответить, отвечаешь, оно на месте. Оно не отвечается, то есть. Это самое, оно не отвечается. И не могу пока поотвечать. Ну, там как-то с утра успел чуть-чуть, а потом оно вот это заклинило. Это, спасибо огромное всем за подписки. Кто меня дивится, кто не дивится. Всем-всем спасибо. Сегодня я проснулся звонком с России, с Урала. Таня, у меня мама Таня. Таня звонила мне, женщина, и говорила мне хорошие слова, сказала. Спасибо, Таня, вам огромное. Я просто, честно, было первый раз вот так мне позвонили, чтобы хорошие слова сказать. Вот я вам честно скажу, первый раз. Это не значит, что надо звонить и сказать хорошие слова постоянно. Но это первый раз, вот, что мне так позвонили и мне вот такие слова хорошие сказали. Обычно смеялась дурными голосами и все такое. Все мои хорошие, мои любимые, я вас люблю, я вас целую. Все, подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки, а то приеду в гости. Ой, мої хороші, треба тікати в квартиру, бо поб'ють. А оце трава, гляньте, який не є в скуп. Їсть, чавкає по утрам, от це чудовище. Масенька умивається сидить. Іди, падаль, отсюда виглядуєш. Масенька умивається, я її поставив возле себе, вона тут спить, тут є те саме, все на світі. В общем, все, мої хороші, я вас люблю, я вас цілую. Все, ви в мене самі лучші, самі щасливі, чесно. Самі от такі преданні підписчики, я просто в шокі, взагалі. С этого ютуба, со всего на свете, я в шоке просто. Потому что я так привык. Привет Маринке в Италию, огромное. Смотрел сегодня тоже ее видео. Люду пересмотрел сегодня с утра все видео. Так что все мои хорошие, вас люблю. Сегодня у меня выходный. Сейчас поеду, может, в центр, выпью кофе. Все, ты шакал садить. Ты шакал, куда ты бежишь? Куда ты бежишь, подлюка такая? Куда ты бежишь, а? Есть, чавкая прям. С утра. Куда ты каланхою жрешь? Ах ты паскуда! Чё ты каланхою ешь? То для язвы моей. Ты, мабуть, ей сожрал. Вот это ешь. Тебе посадили для тебя специально. На каланхою глаз положи. Сейчас спущу с пятого этажа. Спитаюсь, что такая куколка была, моя хорошая. Обязательно поеду до мамы. О, есть. Вот так он по утрам есть.
Мои хорошие, поеду обязательно до мамы, испытаю на эту куколку и сниму видео с мамы. Мамы такие там истории жизни, боже мой. Как она поехала до отца в Башкирию, у нее там жена, еще дитина, как она их застукала. В общем, все интересно. Мне было тогда 6 год, по-моему, или даже еще 6 не было. Мама с отцом раз трое детей. Спитаю. Мамы было 4 мужа. Мама у меня женщина любая вильна. Як і папа. Це мої хороші, мої любимі. Я вас люблю, я вас цілую. Ви самі самі хороші. Так, хвате, падла, я за тебе не можу камеру виключити. Не можу. Що ти все? Ти що, чокнутий? Прищепки віддай, глянь. Іди відсюди. Вони тебе трогали. Да. Так. До свидання. Іди відсюди. Себе гризи. Себе гризи. Себе гризи. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй. Томас. Томас, що... Блін, да больно. Що ти робиш? Для посуда. Чого ти мене тавчиш? О, виростив на свою голову. Чудовище лахнеське. Наївся говядини. Давай мене тавти. Давай, на, гризи. Давай. Вбивай мене. Стріляй, маму. Давай. Вбивай мене. До стінки став. Давай, на. Їж. Їж. Живьем. А, не хочеш. Знаєш, що я тебе кормлю. Ну прости мене, прости мій хороший. Прости мій любим. Прости мій хороший. Це, мої хороші, ми з Томасом за мною прощаємося. Він недовольний, хоч Томас, все. От так. От таке. Хазяїн на подоконнике. Все, мої хороші, мої любимі. Я вас люблю, я вас цілую. Ну сламай голову, Каланхої, сламай. О, хай Бог милує, все, мої хороші. Мої хороші, от Ксюшка, яка прислала мені посилочку. Це, мож... Оце, мабуть, вона така красива. Все поближче покажу. От. Спасибо громадное тебе. Велике-велике-велике спасибо. Таке вкусне. Все. Я понял, що хуба-буба – то жувачка. Все, мої хороші, мої любимі Оксанка. Спасибо громадное тебе. Очень-очень признателен. Все. Пока, мої хороші.